Если что, я потом уберу.
Я хочу сказать, это был не акт вандализма. У Алексея Рафиева была такая хорошая традиция освобождать некие субстанции текстовые от их физического носителя, в котором они оказываются иногда заперты насовсем, и им совсем нет другого выхода. И через шум, через звук они рождаются заново, они обретают другую жизнь. Спасибо.